передвигаемся вот по такой каше сегодня, которая тренд проедет сюда. Вон она, наша вкусная точка, где вон до туда доехать надо, вот по такой каше. Вкусная точка. Уже близко. Вон она, наша точка. Вкусная, не знаю, но посмотрим. Чудеса на виражах. Макс чуть уже не приехал раньше времени. Доезжаем. Ай-яй. Народ сидит. Так, ну тут будем, наверное, заказывать сейчас. Ну да. Сейчас будем заказывать. Сейчас будем юзать приложение. Вот это вот. Где оно? Кое-как. Так, ну и что дальше? Ладно, сейчас разберемся. В зале. В зале. Так, ищем наш Big Hit ищем. А где они? Big Hit. Ну, в бургерах. Вон, а бургер. Вот это новинка? Наверное. Посмотри, что он там. Биг, вот он, Биг Хит. Что он у нас? 299 рублей и двойной Биг Хит. Нет, 265. Два. Биг Хит и двойной Биг Хит. А вот это? И второй. Два. Один Биг Хит, другой двойной Биг Хит. Это два штука, да? Или что? Добавлено. По изменению ингредиентов, вот такой у нас перечень. Вот по два. Ну давайте два таких возьмем. Угу. Нам помощь пришла уже, тут мы не разберемся нифига. Вот, это двойной хотим и такой хотим. Сколько ему неделя? Неделя появился, да, он? Даже чуть меньше. Это получается... типа аналог Биг Мага, да? Да. Получается два Биг Хита и два... Так. Даже у профессионалов не получается, так что... нам два двойных, да? Мы не слоупоки какие-то, мы просто, да. Ура! Вот девушка нам помогла. Но она тоже... Так, оплачивается чем? Мы, наверное, подойдем еще что-нибудь попить там, что? Так, мы заказывали, вот он наш, братцы, Big Hit. Народ ест, мы куда-нибудь сейчас будем приземляться. Куда сядем? Пить что-то вот здесь. Не, порошаюсь. Здравствуйте. Здесь газированные напитки, соки, чай холодный, горячий напиток. Колу. И шесть. Есть коктейли. Колу. Колу? Мне колу. Коктейль. Колу 0,5 или 4? 0,4 маленькую. Маленькую. 0,25 подойдет? Да. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо. Обязательно. Как проголодаемся. Привет, YouTube, пора вас есть. Ну что, мы маленько опять опоздали. Дело в том, что, наверное, уже с неделю назад Big Hit появился, аналог Big Tasty. Ой-ой-ой. Big Mac, аналог Big Mac. Салфетки. Ну, как славные дружи, мы считать их не будем. Вот, знаешь, Big Hit. Один простой Big Hit, второй двойной Big Hit. Я колу взял, Люба Геннадьевна какой-то взяла этот коктейль. Мы уже на неделю опоздали, но до этого появлялись как халапеньо острые. Я узнал. Будем пробовать, что из себя представляет. Сейчас исследуем эти Big Hit. Ну, конечно, хочется надеяться на то, что компания растет. Они же не могут на одном уровне оставаться. Так, а где какие? Вот это, наверное, обычный, вот этот двойной, да? Давай вот эти пока уберем. Вот двойной дырочку прокололи, эти двойные. Корыто уберем пока. Давайте обычный посмотрим. Магия начинается. Кстати говоря, мы находимся в том вкусной точке, где раньше находился реальный Макдональдс. Что здесь? Двух сортов кунжут у нас. Горячее все. Булочка мягенькая. Поджаренная. Котлета. Сыр с тем
с тем самым соусом капуста, салат, наверное. Мы исследуем бургер. И два огурца. Аж два огурца. И салат, который я не помню, как называется. Это не капуста пекинская, это салат. Айсберг салат называется. Вспомнил только что, Макс. Айсберг. Это не пекинская капуста. Такая тема. Салат божественный, кстати говоря. Это двойной должен быть. Двойной. Вот так он выглядит. Исследуем. Поджаренная булочка мягенькая. Сыр. Бифштекс, соус, капуста, еще один котлета и два огурца. Ну, богато и собрано очень классно все. Начинаем с простого. Да. Почти. Подожди, так он это, одинаковые они. Вот он двойной. Мы не то исследовали. Это тебе. Вот это мои, значит. Мы балбесы. Я смотрю, что-то не то. Вот он двойной. Все поджаренное, две котлеты, лучок между ними, сыр. Тот самый соус, булочка, да, тоненькая, вот так. Еще одна котлета, между ними маленько лука, салат и соус. Вот он двойной. Я думаю, что-то не то. Думаю, где-то меня обманули. Развалился. Маленько сломал Макс уже тут красоту. Всем, кто кушает, полезного аппетита. Пробуем. Big shit. Аналог Биг Мака. Чуть кисленький. Очень сочный. Вот так выглядит. Соус больше на майонез похож какой-то. На чесночный майонез похож соус. Но кислинка есть. Неплохо. Салат вкусный. Очень вкусный салат, кстати, вот этот. И двойной. Поправьте. Либо ладно. Ладно, я сам. Я не знаю, смогу я его укусить или нет. Вот такой. Big hit. Вкуснейший. Перчатки не выдают. Тут вкуснее соус намного. Он очень яркий, жирный. Куча мяса. И вот этот салатик. Салат очень вкусный. Исправились. Вкуснее намного. Ну что, братцы, булочки обжаренные все. Качественный соус на этот раз. Ну, я не могу сказать, что как в Биг Маке соус, но очень вкусный. Наверное, мы сколько? Полгода назад были здесь? Наверное. Наверное, полгода назад были здесь. Но было небо и земля. Булочки были обычные, соусов не было. Будем посещать, потому что неплохо очень. Ну и кола типа. Тем, кто употребляет только полезных напитков. Ну, конечно, не кола. Но очень похоже. Попробуйте, Любовь Геннадьевна. Похоже на колу. Чего-то вот не хватает. Вот чего-то. И резкости мало. Да. Газа мало. Газа мало. Общее впечатление. Big hit вкусен. Даже в некоторой степени оригинален. Потому что это, по сути, новое что-то. Это не клонированное что-то. Это что-то новое. Народа много, как видишь, полные залы, люди едят, люди довольны. Ну, мы маленько опоздали, на недельку. Ну, ничего страшного. Ты видел, что на дорогах, там, как мы ехали, снег до сих пор идет, там каша на дорогах. Ну, и сейчас Любовь Геннадьевна попробует, да, я думаю? Я не буду. Не будешь пробовать? Любовь Геннадьевна не хочет. Я пробовать не буду, я буду сразу есть. Не хочет говорить, когда рот занятый. Ну, потом скажем, понравилось или нет. Ну, а по ценнику ты все видел, терминалы, все дела, приложение наустанавливали, будем теперь есть. Коктейль будешь пробовать? А, как Любовь Геннадьевна коктейль какой-то взяла. Внутренность, там мороженое какое-то. Thank you.
Если честно, спортивным лицом надо обладать, чтобы пить этот. Тут проще, не надо напрягаться. Ну что могу сказать? Очень качественно, я бы сказал, и достойно, и вкусно даже. Это уже вкусно. Всего достаточно. Соус уже оригинальный. Это не бигмаковский соус, это уже наш соус. Ну а тут вообще, как бы, сам видишь, тут классно все сделано. Макс маленько, правда, сломал все, но ничего страшного, я так съем. Попробовать обязательно просто надо, если ты любитель фастфуда. Я фастфуд больше люблю ходить, чем в ресторан. В ресторане с голоду умрешь, пока дождешься, чтобы тебе принесли. А, новая фишка. Еще и приносят сейчас. Первый я второму. Джеймс Бонд такие. Первый я второму. Там все дела. Все засекреченные агенты такие, типа, мигают, ходят такие. То есть мы сидим, тебе принесли, все, обслуживание изменилось. Раньше этого не было. Раньше сам идешь, притащил, заказал, поставил, съел, потом унес. Сейчас его носить не надо. Вот у всех эти причиталы первый, второму. Годно, молодцы, вкусная точка, но по-прежнему мне название очень не нравится, не очень нравится. Вкусная точка — это как-то это и сам логотип, как бы, ну, надо над этим тоже поработать. Но пока не скучай, не грусти, скоро Макса в гости жди. Цены ты видел, все видел, лайтовые цены, кстати говоря. Береги себе сплитцы, здоровья всем, пока, увидимся где-нибудь еще. Новинки появятся, будем увидеться. Вот такая тема. Котлеты, кстати, тоже вкусные. Сама коробочка очень похожа на бигмаковскую, только вот здесь логотип. И кверх ногами нарисовано изображение. А вот здесь у нас распознавательные знаки, оказывается. Двойной или обычный Big Hit. Вот Любовь Геннадьевна ест обычный. Вкусно? Да. По сути вкусно, по вкусу вкусно, да? Реально вкусные бургеры, братцы. Так что надо. Это мой недоеденный. Это учитывая, что я его покусал уже, он еще во какой. Попробовать обязательно. Медитация. Съесть или не съесть? Вот в чем вопрос. Заказы, выдачи. Там автоматы эти стоят. Народ присутствует, значит, народ доволен. Крестьянский. И Любовь Геннадьевна довольна. Жует тихо. Ее даже не слышно. Увлеклась. Кстати, я вот двойной съел, и я нажирался. А, кстати, острова ничего не было там. Но это вот дозаказывать нужно было. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк. Оценивай видео. Подписывайся на канал. До новых встреч.